Если вам скоро 27 лет, а в армии вы не служили, не имея на то законных оснований, знайте, в военкомате вам вместо военного билета выдадут справку. Подробности у Ларисы Паниной. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации об изменениях в призыве на военную службу граждан Российской Федерации. Это новый документ, существенно изменивший порядок призыва. Теперь вручением повесток призывникам под расписку будут заниматься не только сотрудники военкоматов, но и представители органов местного самоуправления, также руководители и другие должностные лица по месту работы призывника. Главное теперь вручить повестку не позднее, чем за 3 дня до срока, указанного в повестке. Также в документе прописана процедура признания гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Это тоже важное изменение в законодательстве. Призывники, которые не служили в вооруженных силах, не имея на то законных оснований, когда им исполнится 27 лет, они больше военный билет не получат. Они получат справку, в которой будет указано: в вооруженных силах не служил, не имея на то законных оснований. Поэтому некоторые ребята, которые это уже услышали, идут в военкомат. Отсутствие военного билета – это серьезное ограничение в правах. Молодого человека не возьмут на госслужбу, да и вообще появятся проблемы с трудоустройством. Не забывайте, что существует закон о воинской обязанности и военной службе, по которому предусмотрена административная и уголовная ответственность за уклонение от военной обязанности. Эту информацию до сведения участников совещания по вопросам выполнения призывной кампании осень 2014 года довел начальник военного комиссариата Московской области по городам Долгопрудный, Химки, Лобни и Химкинскому району Эдуард Делевский. Он же сообщил о ходе проводимой кампании. По плану на 3 города наш военкомат должен набрать 289 призывников. Значит, по городу, городскому округу Лобни 80 призывников мы должны направить в вооруженные силы России. На сегодняшний момент мы призвали 50 человек, отправили в вооруженные силы 19. То есть процент выполнения плана у нас идет 63%. Если говорить про общее количество людей по городскому округу Лобня, то должно призываться 673 человека. На сегодняшний этап вызывалось 407. Прибыло 217 человек. То есть они сейчас идут, отрабатываем документы по ним, кому делаем отсрочку, кого направляем дополнительно на медобследовательство. Продолжается сотрудничество города с Черноморским флотом, подшефным кораблем вице-адмирал Жуков. С весенним призывом мы направили 5 ваших призывников на Черноморский флот, но из них только 2 попали на корабль, остальные – береговая охрана. Сейчас предварительно отобрали 2 мальчиков, вот они сейчас проходят проверку через ФСБ России на допуск к гостайне, соответственно, дальше будем работать. Ну, хотелось бы, чтобы ребята все-таки поняли, что у нас есть достойные вооруженные силы, есть Министерство внутренних дел, где можно служить, и тем более сейчас служить-то не 2 года, а 1 год, то я считаю, что не стоит уклоняться, идти спокойно в военкомат, решать проблемы. Мы идем всегда на все их пожелания, кто где хочет служить, мы смотрим и отбираем. Подводя итоги совещания, глава города отметил, что необходимо активизировать совместную работу органов внутренних дел и военкомата. Заметив также, что в последние годы, исходя из ситуации в стране и в армии, у большинства молодых людей есть желание служить. Лариса Панина, Алексей Бойко, телекомпания «Лобня».